меня был очень насыщенным. А у вас как? Поставьте, пожалуйста, смайлики. Ну, характеризующий, да, вот какой месяц был. Ну, надеюсь, что будут все веселые. Я даже сейчас сама поставлю. Отлично. Отлично, у всех очень хороший месяц был. И, конечно же, хочется уже поприветствовать новый месяц, февраль, который будет еще более насыщеннее праздниками и подарками, так как именно в начале февраля мы готовимся к празднованию Дня Святого Валентина и ко Дню Защитников Отечества и занимаемся, конечно же, поиском подходящего подарка. В этом каталоге, с одной стороны, вы найдете все для того, чтобы быть готовой к встрече со своим принцем каждый день. А в специальной мужской секции с обратной стороны есть множество подарков для вашего самого дорогого мужчины. Давайте же поприветствуем романтичный месяц восклицательными знаками. Все рады февралю месяцу? Отлично. Приветствуем февраль месяц, чтобы он к нам быстрее приходил, чтобы мы быстрее радовали своих родных и близких. Но прежде чем перейти к теме каталога номер 2, которая у нас называется «14 способов покорить его на свидании без слов и 23 идеальных подарков для него», я хочу с вами на одну минуточку поделиться ощущениями завтрака, который я провела в Минске в отеле «Мариот» в это воскресенье. Там мне удалось, конечно же, пообщаться с лидерами, с другими менеджерами, полакомиться разными вкусняшками, конечно же, попробовать новиночки второго и третьего каталога. Вот, собственно, сам отель, конечно, ну, фотография сразу, как я шла, да, потом мне не удалось, потому что очень торопилась, девушкам привычно опаздывать, но я пришла вовремя. Он шикарный, огромный, большой, вот такой вот стеклянный, стоит все-таки побывать там по возможности, пожалуйста, хотя бы там рядышком, да, вот побудьте. И вот и вторая фотка уже внутри, уже в самом зале, где я завтракала. Вы видите на заднем фоне белые столы, белые скатерти, да, вот все предусмотрено. Шикарная сервировка, блюда, да, вот такое большое зеркало, как же девушка без селфи, это понятно. Вот и сзади много людей, лидеры, в общем, вот такая вот атмосфера. И, конечно же, я своими ручками, да, своими глазками увидела новиночки. Галина, очень много было человек, выше 200, да, вот новых менеджеров, около 200 новых менеджеров, 15-18%. Вот новиночки, да, вот представлены. Я притронулась к новиночке третьего каталога Novage, да, вот обновленная серия антивозрастной 50+. Сыворотка уникальная, она вас удивит, я думаю. Точнее, я не думаю, я уверена. И слева на фото представлены новиночки текущего каталога. Так, Эклат туалетной водички, мужская серия. Также тональная основа в третьем каталоге, который Giordani Gold будет по выгодной цене. И новый аромат Амбер. То есть... Вау, просто нету других слов, да, все удалось потестировать, водичка Amber такая сладенькая, насыщенная морским ароматом, Giordani Gold, как всегда, уникально и с новыми ингредиентами, мужская серия просто обалденная, новейшая, да, вот обновленная, с цитрусовым таким запахом, так что радуйте себя и своих мужчин, я думаю, это... Да, вот достойно вашего внимания. Итак, еще раз, тема каталога звучит так. 14 способов покорить его на свидании без слов и 23 идеальных подарка для него. Да, Екатерина, у меня тоже мурашки, если честно, даже до сих пор ощущаются. Так, какие же основные фокусы каталога? Значит, супер предложение в начале каталога, драйвер каталога – это очень привлекательный продукт, который можно получить по выгодной цене при условии размещения заказа на определенную сумму. И драйвером текущего каталога является набор Nord
Unlimited, который можно приобрести при единовременном заказе на 48 рублей со скидкой 70%. Супер предложение в конце каталога – это дополнительные интересные предложения с супер скидками. А главные продукты каталога – это популярные продукты с большой скидочкой. Супер предложение на задней обложке каталога. Это предложение называется «Дверь в каталог» Oriflame, да? Так как многие клиенты начинают именно с просмотра каталога с конца, как правило, в каждом заказе есть этот продукт, который находится в конце каталога. И кроме того, в каталоге, конечно, представлены все категории продуктов. Это уход за кожей лица, декоративная косметика, ароматы, уход за волосами, телом и аксессуары, конечно же. Итак, начинаем супер предложение в начале каталога. Что же это? Приближается, конечно, к нам всеми любимыми миллионами людей праздник День Святого Валентина. В этот день принято признаваться в любви, дарить подарки своим вторым половинкам, приглашая их на свидание. Конечно же, хочется провести этот день так, чтобы он запомнился надолго и был наполнен любовью и романтиком. В этом случае нужно тщательно подумать о подарках для любимого либо любимой и сделать свидание более атмосферным, например, провести его в парижском стиле. Париж – это символ Франции, именно этот город называют городом всех влюбленных, где каждая улица, каждый дворик, каждый уголок насыщен именно этой атмосферой. Свидание в парижском стиле невозможно представить без аромата, ведь Франция, Париж – это столица парфюмерного искусства. В действующем каталоге компания Oriflame представляет парные ароматы «Эклад» для нее и для него, которые воплотили в себе волшебный дух Парижа, незабываемый, манящий и обещающий радость, и, сплетаясь вместе, символизирует саму суть Парижа, идеального дуэта классики и современности. Ароматы «Эклад» – это мгновение любви, которое длится вечно. Женский аромат – это женственная, утонченная, гармоничная композиция аромата, идеальное сопровождение для настоящей парижанки. Аромат открывается свежими зелеными нотками груши и нежной фрезии, переходящими в цветочное сердце из белого гибискуса и лепестков розы. Завершает женственную и гармоничную композицию чувственный шлейф из красного дерева и мускуса. Тип аромата цветочный, фруктовый, зеленый. И сердцем этого аромата являются жасминовое дерево, лепестки роз и белый гибискус. Интересные факты о гибискусе. Это вечно зеленый кустарник высотой до 1,5 метров. Родина гибискуса – это Индия. Гибискус многие сравнивают с вином, которое должно долгое время находиться в темном хранилище, чтобы раскрыть свой аромат в полной мере. Вот и это растение не сразу готово попасть в изысканный парфюм. Отличная черта духов с нотой гибискуса – они способны действовать как афродизиак, привлекая противоположный пол, ведь этот аромат активирует выработку гормонов. Не случайно для растения, естественно, универсальность. Оно с одинаковым успехом применяется для создания как женской, так и мужской парфюмерии. Так, Эклад Луи – это аромат, сочетает в себе элегантную, мужественную любовь к жизни, идеальный микс для молодых и динамичных. Ноты кордовской кожи с их яркой выразительностью придают аромату классическое и современное звучание. Идеальный вариант для мужчин, которые уважают традиции и живут насыщенной, динамичной жизнью. Значит, ведущая нота аромата – это кордовская кожа, всегда ассоциирующаяся с роскошью и элегантностью, тонкая, мягкая, с ярким и
безошибочно узнавательным ароматом, она давно стала воплощением утонченности и престижа. Запахом добротной выделанной кожи, наверное, не сравнится ничто. И, вне всякого сомнения, именно благодаря ему в голове возникнут совершенно конкретные ассоциации с роскошью, изысканностью, с чем-то основательным и даже где-то фундаментальным. В парфюмерии ноты кожи встраиваются в ароматные пирамиды довольно часто и в большинстве случаев придают духам особый аристократический нюанс. 23 февраля давно превратился из праздника защитника Отечества в праздник всех настоящих мужчин. Поэтому в этот день мы с удовольствием поздравляем наших любимых мужчин с этим праздником. Мы делаем подарки, чтобы еще раз подчеркнуть нашу любовь и заботу к ним. В текущем каталоге в мужской секции представлен широкий выбор подарков для мужчин всех возрастов на любой вкус и предпочтение. Я подумала просто, что пролистала так, как-то у меня. Сейчас, секундочку. В текущем каталоге в мужской секции представлен широкий выбор подарков для мужчин всех возрастов на любой вкус и предпочтение. Среди огромного разнообразия приятных и полезных подарков, как всегда, представлены многофункциональные средства для тщательного, эффективного и деликатного ухода для мужчин, продукты серии Nord. Да, вот обратите внимание на этом слайде то, что очень много представлено выбор побаловать наших мужчин. Серия Nord и спреи, дезодоранты парфюмированные, и гель для душа с мылом набор, и также набор маникюрный, да, вот есть чем порадовать своих дорогих и любимых мужчин. Вернемся к серии Nord обновленной. Она представлена в ожидаемой давно новинке, ставшей уже традиционной. Серия для душа Nord Unlimited. Это знакомый по классической серии удобный и стильный дизайн упаковки. Конечно же, это эффективные ингредиенты. Комплекс Arctic Pro Defense на основе экстракта корня радиолы розовой. Радиола розовая – это растение из Восточной Сибири. Ее также называют золотым корнем за ее полезные свойства. Экстракт предотвращает преждевременное старение кожи, защищает ее от вредного воздействия солнечных лучей. И, конечно же, это надежный барьер от ультрафиолета даже при чувствительной коже. Эфирное масло лемонграсса добывают из измельченных, высушенных наземных листьев многолетнего растения из разряда злаковых. Это лимонного сорта, благодаря простому и столь традиционному для всех растений методу паровой дистилляции. Эфирное масло лемонграсса – это масло оптимист, поднимающая настроение, активность, вместе с тем стимулирующая собранность, скорость реакции, способность к приятным ощущениям. И также эфирное масло лемонграсса подходит для ухода за мужской кожей. Оно обладает превосходным антисептическим, тонизирующим, освежающими свойствами, снимает воспаление, выравнивает кожу, делает поры и неровности менее заметными. То есть уже впечатляет лично меня, да, вот по описанию вот эта серия. Значит, что входит в эту серию? Пена для бритья Nord Unlimited. Пена имеет густую консистенцию, равномерно распределяется по коже, подготавливает к процессу бритья, делая волос мягче. Технология Glid обеспечивает гладкое скольжение и плотность прилегания лезвия, защищает от порезов и раздражения. Это пена для экстра мягкого бритья, защиты от порезов и раздражений. Она
расходуется очень экономично за счет текстуры и дозатора, и она, конечно же, не содержит спирт. Эта пена дополнительно увлажняет и защищает от сухости и стянутости кожи благодаря глицерину. Также в набор входит лосьон после бритья Nord Anti-Lignitet. Лосьон легко впитывается с ярким свежим ароматом и эфирным маслом лемонграсса, успокаивает и защищает кожу, подарив заряд бодрости на весь день. И, конечно же, она подходит в качестве увлажняющего и защищающего лосьона после влажного и сухого бритья. Также в набор входит комплексное средство для душа. Это многофункциональное средство специально для тех, кто стремится сэкономить время. Это средство ухаживает за кожей головы и тела. Антискользящая поверхность флакона шампуня, что хочется подчеркнуть, не будет выскальзывать из рук. Экономичное использование этого шампуня, да, вот можно как и гель, и шампунь. И депантенол, способствующий глубокому питанию, укрепляет волосы, защищает кожу от сухости. Nord Unlimited, который можно приобрести при единовременном заказе, вот этот весь набор, на 48 рублей со скидкой 70%. То есть очень круто, когда вы там балуете себя, посмотрите, ванная что-то закончилась, да, вот не собирали заказик на 48 рублей, и вам со скидкой 70%, 70% вот этот весь набор. Так, двигаемся дальше. Да, вот здесь описание, да, вот успела, не успела пролистать, да. Вот описание всех вот этих кодов, да, вот набора, код набора 120263, чтобы выгодно приобретать. Выгодно приобретать сразу три продукта. Если баловать, то баловать уже так хорошо, тщательно. Так, а мы возвращаемся снова к слайду про мужчин, потому что выбор подарка для мужчин всегда была и всегда будет ответственной задачей, независимо от причины подарка или мероприятия. Разумеется, подарок сильно зависит от увлечений и характера самого мужчины. Однако у вас не всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями хобби именинника, если это, например, коллега. Подарки могут быть в виде дорогого предмета, гардероба, аксессуаров для работы, для хобби, для дома. Выбор многообразный и сложный, но есть и универсальные подарки, которые подойдут для любого мужчины 23 февраля. Они разнообразны и тематичны. И все вот эти подарочки предлагаются в текущем каталоге Oriflame. Значит, еще раз, не забываем про набор Nord, да, вот обновленную серию. Не забываем про с 50% скидкой парфюмированные дезодоранты. Не забываем про маникюрный набор в шикарной упаковочке в подарочной, очень дорого смотрится. Не забываем про также подарочные пакетики, да, вот куда вкладываем гели, мыло для душа именно для мужчин. Так, ну и конечно же, как вы думаете, какой подарок главный для наших мужчин? Напишите, пожалуйста, свое мнение. Какой подарок главный для мужчин? Ну вот как вы думаете? Правильно, Екатерина, конечно же, мы должны быть прям вот в эти дни, я думаю, каждый день, круглый год, особенно в феврале, да, вот когда мы будем поздравлять на высоте. И с чего хочется начать, это, конечно же, с нашей прически. Любой девушке хочется выглядеть на все 100%, начиная от кончиков пальцев до кончика волос, как и в будни, так и в праздничные дни. При этом важно помнить, что состояние волос меняется с течением времени. К сожалению, процесс старения не обходит стороной и волосы. Он проявляется не только в виде седины, но и в сухости, ломкости, обезвоживании каждого волоска. Что же делать? Уделять, конечно же, волосам такое
же пристальное внимание как и кожи лица, рук и тела, и использовать специальные средства, которые благодаря своему компонентному составу замедляют старение волос. И в компании Reclaim есть инновационная антивозрастная серия Expert Plus, которая борется с 5 признаками старения волос. Это сухость, ломкость, тусклый цвет, выпадение и жесткость. В серию входят антивозрастной шампунь, кондиционер и сыворотка уход. Преимущество этой серии в том, что все средства серии Expert Plus созданы на основе технологии Time Resist с питательными протеинами шелка. Дополнительные компоненты этой серии – это комплекс 6 Gingerol на основе экстракта имбиря и керамиды. И все продукты прошли потребительское тестирование, в котором приняли участие 82 женщины старше 40 лет. Также хочу интересные факты вам привести, что протеины шелка – это белковые молекулы, которые получают химическую обработку шелковых волокон. Благодаря небольшому размеру молекулы протеина шелка обволакивают волосяной стержень тончайшей пленкой, защищают волос от сухости, потери цвета и ломкости. Также протеины шелка могут проявлять антиоксидантные свойства на коже и помогать стимулировать активность волосяных луковиц, обеспечивая луковицу полезными веществами. Имбирь, который входит в эту серию, это эффективный антиоксидант. Он стимулирует рост волос, обладает смягчающими и очищающими свойствами, которые способствуют защите кожи головы. Керамиды – это вещества, которые входят в состав наружной оболочки волоса, и из-за внешних воздействий собственные керамиды разрушаются. Средства для ухода за волосами с керамидами замедляют этот процесс. Так что вот это интересные факты вам помогут рекомендовать эту серию своим знакомым, да, вот подругам, потребителям, сестре и другим. Так, а мы двигаемся дальше, про нас любимых говорим. Так, и, конечно же, я рекомендую с этой серии, с этим продуктом приобретать внутрикомплекс для волос и ногтей для быстрого и эффективного результата. И так, поговорим о наших бровках. Что сейчас любая женщина, открыв модный журнал или приложение о моде в телефоне, сможет отследить одну выраженную тенденцию – это акцент в макияже на брови. То, на что не обращалось давно внимания, то, что каждая выбирала себе сама – это формы, цвет, но сейчас решает, конечно же, этот компонент весь образ. Сейчас тренд – это брови, должны быть ближе к натуральным по толщине и по оттенкам. Но все ли могут похвастаться такой красотой? А именно мы можем. Модная индустрия предлагает много средств для коррекции и формы оттенка бровей. Самый простой и часто используемый вариант – это коррекция с помощью карандаша для бровей. Чем нас удивила в этом каталоге компания Reclaim? Новиночкой карандашом для бровей Giordani Gold с такими оттенками, как пепельный, каштановый. Так, переключаю вам слайд, чтобы почитать характеристики, да, и особенности этого продукта заключаются в восковом грифеле, который способствует созданию более глубокого оттенка, и спиралевидные щеточки на противоположном конце карандаша позволяют не только аккуратно растушевать цвет, но и придать бровям идеальную форму. Так что, конечно, продукт 2 в 1, да, это восковой грифель, придает оттенок, и щеточка для моделирования формы для бровей. То есть это, конечно же, экономия. И
Рекомендую приобретать с этим продуктом универсальную супертушь для ресниц Giordani Gold и жидкую подводочку для окончательного вашего образа. Ну а как же без подарка от нашего Валентина? Правильно, мы же Валентину нашему подарили подарок мужской, да, теперь он нам должен дарить. И, конечно, поговорим о ежедневном комплексном уходе от Novage. Ваш ежедневный комплексный уход представлен серией против морщин Novage Экологен, и теперь вы хотите, конечно же, стать счастливой обладательницей легкого дневного крема против морщин Novage Экологен. Нет ничего проще, и повод для подарка имеется, и ваш святой Валентин будет просто счастлив, если вы ему поможете определиться с выбором подарка для вас. Так что это намек, да, вот такой, можете сразу подсовывать, сказала, вот, это мне дари, ну, чтобы не там цветочки, а вот дневной крем. Значит, легкий дневной крем против морщин Novage Экологен. Этот крем интересен тем, что имеет облегченную, быстро впитывающую текстуру и при этом совмещает в себе все преимущества серии Novage Экологен. А ключевыми ингредиентами этого крема являются запатентованная трипептид технология, основанная на трех растительных пептидах, полученных из пшеницы, риса и дрожжей, которые обладают сильными антивозрастными свойствами. Пептид пшеницы защищает ДНК клеток от фотостарения, усиливая механизмы самозащиты. Пептид риса активирует клеточную энергию для ускорения синтеза коллагена. Пептид дрожжей отвечает за синтез коллагена и укрепляет структуру кожи. В лабораторных условиях каждый из этих пептидов показывает высокую способность стимулировать производство коллагена, и объединенные вместе они демонстрируют невероятный синергетический эффект. То есть это синтез коллагена протекает почти в два раза активнее, чем с каждым из них по отдельности. То есть, видите, в этом кремике все пептиды совмещены, и они друг друга совершенствуют, и поэтому эффект более эффективный и ускоренный. И экстракт стволовых клеток растений семейства посленовых стимулирует выработку коллагена и нормализует его внутриклеточное производство, нейтрализуя энзимы, которые замедляют этот процесс. Клинически доказано, что экстракт стволовых клеток растений активирует синтез коллагена больше, чем на 200%. Результат – это отслеженная система производства коллагена в коже, которая буквально выталкивает морщинки изнутри. Вы обязательно почувствуете разницу. Клинические тестирования показали, что средства коллаген сокращают количество морщин на 33% за 12 недель, делая кожу более мягкой, ровной и свежей. Скажите, кто-нибудь захотел приобрести себе этот продукт? Поставьте плюсики. Я вот о нем и очень захотела. Подарить его маме, да, вот признаться ей 14 февраля в любви и подарить именно вот этот кремик, потому что уникальный, конечно, столько себе имеет плюсов, да, конечно, и все будем приобретать, ну, как приобретать, я буду дарить маме, а вам будут дарить ваши святые Валентины. Так, и раз мы уже заговорили про подарок о маме, хочу вам представить новиночку этого каталога. Это сладкая парочка, крем и мыло. Вы можете этим набором признаться в любви маме, подруге, сестре, кому угодно, чтобы сделать приятное, очень приятное оформление, да, вот крема такой розовенький, прям хочется скушать, мыться, но нужно им баловать свои ручки. Очень такой пряный запах, который вы можете потестировать в каталоге, так что приобретайте и радуйте себя и своих близких. Так, а мы двигаемся дальше, и, конечно же, хочется подвести итог, что мы в этом каталоге приобретаем обязательно Nord обновленную серию. Хочется сделать еще акцент на
тушь 5 в 1, которая с огромной скидочкой. Также вы можете заработать на парных ароматах экват, тоже новиночки, да, вот на вэдж новом креме и на карандаше для бровей и ресниц. Вот обратите внимание на эти продукты, да, вот так вот у себя фокус сделайте, запомните и рекламируйте, и рекомендуйте их. И еще раз хочу напомнить, что основная тема каталога – это подготовка к двум февральским праздникам, Дню всех влюбленных, к 23 февралю. В платформе каталога все внимание сфокусировано на бестселлерах с глубокими скидками для подготовки к идеальному свиданию, а в конце каталога сформулирован целый раздел для мужчин. Можно подобрать 23 актуальных подарка на 23 февраля по выгодным ценам. В качестве драйвера также представлен набор новых средств по уходу для мужчин. Помните, что это за драйвер? Кто мне напишет первый, тому я улыбнусь. Что это у нас за драйвер? Мы говорили о нем в начале нашего вебинара. Так. Ну, что является нашим драйвером? Какой набор, Екатерина? Можно уточнить, чтобы все вспомнили? Эклад, ну, можно поспорить. Все-таки драйвер, а драйвер это, еще раз напомню, тот продукт, который мы можем по выгодной цене и по выгодным условиям приобрести. Правильно, Nord Unlimited, да, вот мужской, обновленный, который бодрит и придает силу нашим мужчинам. И, конечно же, спасибо, Екатерина. В каталоге представлено большое количество привлекательных предложений с глубокими скидками. Особенно внимание стоит уделить на мега запуск парных туалетов. Вот Эклад. Екатерина уже заказала. Потом будете рассказывать, как вот ваш мужчина отреагировал на новый набор обязательно. Это так, конечно же, хочется выделить парные ароматы. На них распространяется скидка 50%, девочки 50%, при условии заказа на 50 рублей из каталога. А также особое внимание стоит уделить средствам для комплексного ухода за лицом бренда NaVage. В текущем каталоге представлена новинка легкий крем NaVage и коллаген, конечно же, тоже со скидочкой. И завершающая секция каталога – это глубокие скидки на продукты для мужчин, а также впервые представленный лосьон после бритья Nord Home Man. Так, и я хочу мотивировать вас, промотивировать то, что сезон Святого Валентина – это праздник, который 14 февраля отмечает множество людей по всему миру, независимо от вероисповедания и этнической принадлежности. Февраль же ознаменован еще одним праздником – это 23 февраля, который изначально отмечался как День Советской Армии, но уже давно стал поводом для поздравления второй половины человечества. И как любое праздничное событие, эти дни отлично подходят для повышения уровня продаж такой категории товаров, как косметика, парфюмерия, wellness и прочее. Все это, что представлено в каталоге Oriflame. Да, нам не нужно никуда ходить, ничего искать. Открыли каталог, либо сходили в аптеку и готов подарочек. По результатам опроса, проведенного порталом superjob.ru, 59% экономически активного населения собираются так или иначе поздравить своих любимых с Днем Святого Валентина. Даже если вычесть из них 18% приготовивших своей половинке романтический ужин, хотя и он, очевидно, стоит дороже, чем обычный, 9% подаривших Валентинку и 3% подаривших стихи собственного сочинения. Все равно остается 29% потративших существенную сумму на подарок к этому празднику. Как показывают опросы, молодые люди до 23 лет, а именно они являются главными сторонниками празднования Дня всех влюбленных, в основном они тратят на подарки от 50 до 1500 рублей.
Если учесть, что на 23 февраля и 8 марта подарки преподносятся, как правило, нескольким людям, а 14 февраля чаще всего одному человеку, эту цифру можно поделить, скажем, на 3. А в итоге в масштабах всей страны на подарки ко Дню Святого Валентина тратится около 130-380 миллионов. Да, цифры, конечно, большие. Хочу вот вас промотивировать, чтобы эти все денежки оказались в вашем магазине. 23 февраля вполне достойный повод, чтобы порадовать друзей и близких, независимо от наличия у них военного опыта. Женщины будут дарить подарки намного чаще, это 65% против 31% среди мужчин. При этом самый распространенный подарочный бюджет от 50 до 1,5 рублей. Такую сумму обозначили 35% участников исследования. Четверть опрошенных, это 25%, потратят на подарки от 1,5 до 50 рублей, точнее от 50 до 1,5 рублей. Еще 17% намерены уложиться в сумму до 50 рублей. От 50 до 100 рублей планируют потратить 4% опрошенных, свыше 1003%. Свыше 103%. Отметим, что для 3% опрошенных названная сумма – это примерно столько же, сколько они оставили магазины год назад, тогда как 20% намерены потратить больше, уложиться в меньшую сумму, чем в прошлом году. Настроены 14% участников исследования. Почти треть респондентов, это 29%, пока затрудняется оценить финансовую сторону праздника. Поэтому, если они затрудняются оценить, то, пожалуйста, вот каталог Oriflame, да, и набор нот, вот карандаш Giordani Gold и все остальное, или вот классный набор для ручек, да, вот тоже красивый, подарочный, очень приятный. Я вас промотивировала, поставьте там какие-нибудь обозначения, как промотивировала, и недостаточно еще фактов привести. Екатерина, хочет все, я тоже все хочу, я сейчас рассказала, все так вкусненько. Как вам, было вкусно? Или я вас усыпила своим рассказом? Вот пока не скажете, я не перейду к основным акциям и программам второго каталога. Но мы еще не прощаемся, чтобы меня благодарить. Значит, основные акции программы второго каталога. Значит, напоминаю, что те, кто выполнил условия по выгоде в кубе, пора уже забирать наборчики, вкусные наборчики, да, все их вы видите на экране, либо к вам каждый приходили листовочки. Значит, напоминаю, что те, кто разместили заказ в одном каталоге из трех, могут купить набор за 24 рубля 99 копеечек. Те, кто разместили заказы в двух каталогах, могут приобрести наборы за 15 рублей 99 копеек. И те, кто разместили в трех каталогах на 50 баллов в заказе, могут приобрести один из наборов на 6 рублей 99 копеек. Скажите, пожалуйста, кто-то, может быть, уже заказал, или кто какой будет набор заказывать? Я лично Essence, да? Я вот думаю, между Essence и декоративным набором макная пудра, которая удобно брать с собой в дорогу. И также такая черненькая тушь. Кто еще какие наборы хочет себе заказать? Поделитесь. Может быть, кто-то хочет заказать молоко и мед. Кто еще хочет эссензу? Может быть, кто-то хочет Джордани. Вот уже Галина заказала молоко и мед. Тоже классный набор. Да, туда входит и крем для душа, крем для тела, крем для ручек, мыло, крем, извиняюсь, и, конечно же, водичка классная. Все в основном заказали эссенцию, да? Все наборы хотелось бы. Ну, конечно, мечтать не вредно. Но если вы еще выполняли условия на своего мужа, там, или на своих других, да, вот зарегистрировавшихся близких людей, как это делала я, то можно приобрести и два продукта, можно и больше, смотря кто на что
Постарался, да? Значит, я так поняла, набор эссенза преобладает. Хорошо, я, возможно, сделаю выбор на нем, остановлюсь. Но я еще подумаю, я еще в размышлениях. Так, и конечно же, хочется рассказать о программе 4 шага по 75 бонусных баллов. То есть очень классно приглашать своих знакомых, близких, друзей. Либо холодный рынок именно сейчас, потому что выгодно выполнять условия, да, и приобретать такие наборы шикарные, эксклюзивные, по выгодной цене. То есть учтите, да, и приглашайте, я думаю, многие клюнут. А сравнить, да, 100 баллов, либо 75 баллов, чтобы приобрести данные продукты. Так что будоражьте своих знакомых и приглашайте к нам в команду, чтобы они проходили 4 шага стартовой программе. Ну, а теперь я от вас жду смайлики, плюсики, спасибо, да, совсем уже обнаглела, потому что мы уже оканчиваем с вами вебинар, мне было очень приятно с вами общаться, потому что вы активные. Я рассказала все фокусы текущего каталога, радуйте своих мужчин, потому что праздники приближаются, через 2 недельки уже 14 февраля, а потом через недельку 23 февраля, так что торопитесь, забрать Норд обновленный, потому что, чтобы успели порадовать своих вторых половиночек. Всем хорошего вечера, прекрасного настроения и больших заказов. Всего доброго!